Как такая гениальная идея пришла играть двумя пятерками тебе? Ну, изначально так, как бы, когда я ребят набирал новых, как хотел... Будем как в NBA играть, двумя пятерками выходить? Ну да, просто народу много, и чтобы не думать о том, что там кому-то время хватит, кому-то нет, две пятерки, причем получается вроде сделать равноценно, примерно, мне кажется, одинаковое количество очков набрали. То есть много сильных игроков позволяет вот такую тактику, как мне кажется, к сопернику очень... К такому я не готов. Но я бы точно не сидел бы, кто-то другой сидел бы. Понял. Как тебе соперник? Ну, нормальный соперник, но мы, конечно, сегодня их полностью уничтожили. Да? Ну да. Ну, за счет того, что как раз две пятерки было, ребята, я думаю, физически офигели немного бегать. У нас все молодые, кроме меня и Тимура. Тимур вообще, блин, ему 50 завтра, блин. Ну, я, да. Да. Спасибо. Удачи.